Сторожевой корабль Черноморского флота «Сметливый» вернулся в Севастополь после выполнения задач в составе постоянной группировки кораблей военно-морского флота Российской Федерации в Средиземном море. В пятницу в торжественной обстановке экипаж корабля встречали командующий Черноморским флотом вице-адмирал Александр Моисеев, заместители командующего флотом, семьи военнослужащих, моряки, ветераны соединения надводных кораблей и духовенство. Товарищ командующий Черноморского флота, экипаж торжевого корабля «Сметливый» прибыл с моря после выполнения задач в дальней морской зоне. На корабле без происшествий, личный состав здоров. Командующий флотом поблагодарил командира и экипаж корабля за успешное выполнение поставленных задач и поздравил их с возвращением на родную базу. По морской традиции вице-адмирал Александр Моисеев вручил командиру «Сметливого» жареного поросенка. Экипаж сторожевого корабля находился в дальнем походе 125 суток. Военнослужащие провели различные учения по ведению боя одиночным кораблем и в составе группировки кораблей с выполнением артиллерийских стрельб по надводным и воздушным целям. Также отработали противолодочные задачи. После отдыха экипаж корабля продолжит выполнение плановых задач боевой подготовки. Какие эмоции? Счастье. Спасибо.